Всем привет. Здорово. А к вам на замену можно или вы без замены идете? Замену можно плюс один, конечно. А сосисты могут запускать? Сосиску хочешь запустить? Сосисты, говорю, могут запускать? Блять, долго. Не, не могут, но же. Очень долго. Ну, я сам жалею. Тогда каждый раз сосисток посек. Жалеешь, что не сосиск? Дам. У меня, блядь, этот поезд захватался. Который на рулет уже распылил. Не предлагайте вам. Я зря его расплю сразу. Нет? Ну, поезд с МП-5, блядь. Я понял, нафиг он кому-то нужен. Без Саный кристальчик. Блин, тут вообще можно далеко все пылить просто. Не столько на успех. Прикинь, так Геркин поезд застрянет. Вот он. Сколько высеру будет. Он что, до сих пор его не выбил, что ли? Да. Охуеть. Тут лох. Его, короче, один раз не было, я заместо него Лена ходила, я и упал. Пиздец, он за ним уже год ходит. Я помню, что два раза он падал нам, и два раза его не было. И в ДВшниках тоже еще упал. Немножко пояс справа. Вчера. Даже я с поясом так не мучился, как он. Вон у друида Матиол уже есть этот пояс. Я первое что сделал, Матиол и посмотрел пояс. Ну, у него есть. У Гены нет. Здесь, чтобы забрать его тело. Обнови скаду. Так, у нас демона нету, да? Это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать. Лёха, чекай, сейчас завис на спул. У тебя нет шансов. Альт F4 такой, ой, я вылетел. Да я в прошлый раз пула завис, блядь, сейчас зависну, наверное. Ой, отмазки пошли. Сегодня я исполню это обещание. Лишь бы больше 20 не давать. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественно имя короля меча? Веселитесь,
Ой. А вы теперь представьте, если ой, я вторую руку за место троллейбоя поставлю шеем. Тридцатка будет? Чё-то, чё-то быстро закончился босс. Вот я там зевнул просто. 409 тысяч. Разверни мне всю эту херню, чтобы я видел все позиции. Я не шарю как. Куда? Я могу в рейтингом. Лёха, сейчас на 10-й позиции. На 10-й позиции кислый 21 200. Он да, чекает, я промотал. А я тебя в рейтингом. Всех, кто ниже, короче, это... 14-й позиции, все вагоны. Сила бездны, гречка, строго. Ууу, строго вагон. Даже соло у вас перед ДПС нет. Сейчас я скину лёг. Соло должны быть на последней позиции. Охуел, что ли? Да на кого? В Т4 много не надо дамажишь так. Квест не забудьте взять. У тебя ж уже где-то 5-6, нет? У него только 2. Они еще не распакованы даже. Я в Т4 вон 17.5 делаю. Кто темишь, я так распаковываю. Голды, наверное, нет. Лёх, я скинул, можешь смотреть. Вага, тебе вообще нерфить надо опять. Ретриков на нерв, короче, надо дезурону написать. Да-да-да. Это он с радостью. Я что-то ретрики много дамажит. Где спавел? Чё за спальня? Чё-то новенько. Ничего себе. А теперь представим на секунду, что еще бы демон был в рейде, да? Хороший. Кстати, где гриб? Скричал. Гриба намыло. Как это? Засох. Протух. В банке настаивается. Че, все, Жужин победил? Да. В этой совино-грибной войне. Бедный гриб. О, смерти храбрых. Или не очень. Определенно. Вот я буду каждый день прилетать в этот в спор Риган и приносить ему цвет. От совы. И выкладывает цветочками от совы. Вот урок, вот это за что им такой дамаг, блядь? 1.5 ляма за 8. Мне кажется, это опять на воде. Ну, гляньте. 1.5 лимона, 8 секунд. Роях тоже надо нерфить. Всех за нерфить, чтоб только танки дамажить. А мага фабрик? Чтоб око гер никогда не закрылось. Ну, вообще, на самом деле, надо добавить эти... Некоторым классам немножко добавить ДПС. Например, или... Наконец-то, блядь, с 4-го раза дошла в минус. Ну, что это в приоритете я бы добавил Энху, потому что что-то слабовато. Дальше я бы добавил Коту, возможно. Там еще больше. Да, радуйтесь, чтобы вас не нерфанули, добавить. Если вы заедете, добавить, вас точно парит. Бы
бэмхан там немножко надо увеличить. Так, сейчас я так обманываю. Да каждый по 5000 и все, и оп, и гернаж. Да вон нормально это. Бэмханты были, когда выпустили Т5 нормально. Нормально? Все. Это не перебор был? Вот, гляд, если ты читаешь статы ханта, если ты их вообще знаешь, скиллы, то их вообще там не апнули. Там вообще смех голубиный. Не, но все равно хантам хоть сделали бесконечную ману, это уже хорошо. Кислый, кинь волшебный огонь сейчас на моба. Висит. Нет, вот именно сейчас кинь. Ты. Ну. Что-то перебивают, короче, я понять не могу. Очень странно получится, если хан будет кричать «Иннер». Я один раз слышал так. Была сегодня проблема такая же в Деварейде. Я кидаю лапку, она снимается чем-то, блядь. Типа вот я кидаю волшебный огонь, чем-то сбивает. У меня супы подогнаны тоже под ШП и сову. У меня ни одного промаха не было, не знаю. У нас все мазали сегодня. Ну так я на большого кидал, ты понял? Нет, я подумал, может быть... Ну на большом мой огонь висел, и ты просил. Нет, у меня стоит... Я имею в виду, погоди. В Телмивене у меня перебиваются. Типа, ну это твоя дочь. Другой кидает, что-то в этом роде. Никто не умирал, никто. Кисло там боешка где-то вроде. Фабл, хватит не устрелять, ты его замедляешь. А, нет, что-то... Он артемели. Не держит. А чё, сегодня у Артёмки голоса нет? Пропивай. Клинику срал. А, он нужен? Чё там происходит? Так, тоже без Геры, да? Чтоб никто случайно не дал. Ты чё там вдвоём? Кто-то по дороге заблудился, что ли, или чё? И с Артемией. Они хотят... Артемия, да, под собакой. Артемия под собакой. Там Матёла в Долоране. Блядь, иди разберись. Чё-то не видно. Артемия в амбоешке находится. Карина Сосова мне связалась опять. Не найду я её, чё ты врёшь? Карин, забей, пофиг, пошли. Если они так важны, может группу поставить на трэше, чтобы так не стоять? Сантей, наслаждайся. Ну чё там? Уснула что ли, мать? Не достаю слишком. Вага, дай отчёт. Господи, они тут пуд не пьют. Все хорошо, может, адмирал, ты от меня отойдешь? Тебя в тотемах и не видно.
Вы что там болеете что ли в Мелизоне или что? Вот мне тоже не. Вам что, жалко? Не ко мне, так к кислому, правильно, адмирал. Я стою на месте, отстань от меня. Да вон центр пустой. Смотри, куда встань. Опа! Сзади, танк, сзади. Заберите моба, сзади. Какой-то маленький моб, чё ты начинаешь? Он хилашка. Да, адмирал, давай, лови её. Ба! Адмирал, пуш тупить будем наказывать. Ты же знаешь, это правило. Отчего умер Неорк? Вы покажите мне, пожалуйста. У него дебафа одного не было, скорее всего. Едкая гниль, 36 тысяч в него ударило. То есть бегаться на бабочки не учили, да? Товарищ на в Мелизоне кто-то там, было две метки, одна из них не выбила. Так, остальные он мог собрать, сейчас бегать? Сколько еще осколков? Мне еще 40. Сколько? 40. Да что ты бубнишь, не слышу. 40 тысяч. А он, походу, вообще ни на дно не сбежался. В него 60 тысяч ударило. Плюс 15-700 по глот. И еще 40 тысяч сверху. 37, если быть точнее. Ну, тогда понятно. Давайте булочками шевелим, еще РСХМ. Сначала на кровь нажми мои. Ну или ловкость. Чё, хилы на РНЖ под боссом? Хилы под боссом. Нью-Йорк, далекая земля, либо за ГП, либо нет. Хоть что-нибудь напиши. Да, на самом деле, лучше бы ты не брал там клятву. Нафиг она тебе нужна. Там просто клятву особо уже никто не ролит, по-моему. Клятва никому уж не нужна. Как мне еще код копать без нее? Значит, кидаю вот так, ролишь, отдаю. Раздумим 15 секунд, 10. Строгая, она разве не уникальная? Ах.
Тогда ладно. Чё там? Сейчас. Не говорите, когда пуляете, я пуляю. Там он, блин. Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка! Отличные новости, народ! Я починил трубы для подачи ядовитой слизи. Липучка, вонючка! Большой справа, справа. В центре. Отличные новости, народ! Слизь снова потекла! Гера сегодня консервирует? Ну давайте, Гера, я думал, что ударит. Ну зачем? Мою древнюю страницу не могу подобрать. Ого, да я поэт. Потрясающе. Кровь. Квест. Вага, ты активируешь, что ли? Инопланетянин, если тебе надо какой босс, скажешь, зайдешь. Два дебафа есть на ком? Мне интересно, кстати.
Как себя чувствовать на дне рекаунта? Херово. А то ты не знаешь. Квест ответ. Блять, опять это окно запал. Понимаешь, даже сегодня совой на Синдре был не на дне рекаунта. Ну что, освобожденных меньше было. Да не пока достоял почти. Получается, ты задашь? Может, оставим? Там идем. Следок под запровод, чтобы туда-сюда не пить. Чё, кстати, ну, с кровь или... Профа Синдру оставляйте, чтобы потом сразу вместе все. Идёт на принцип. Это мы пробежались, размялись так. А вы ставите кран? Вот, сбегай, открой комнату тут. Пацанчик вечно бегает. Там побежали уже вроде. Уж открыли. Бибол, что-то слабовато ты сегодня себя показываешь. У меня фласки нет. Фласка не показать. Фаза луны не та. Фаза настроения не та. А, наскучила мне эта пугая. Я отойду. На орка надо делать, короче, два мишки в Т5. Будут как полноценный биг бабл дамажить. Зачем ты два мишки? У тебя есть два кота, заставляющих прыгнуть. Ну и 2-9. Что всегда? Да коты они же этот, в лицо типа хреново. Медведя-то... Размахом пофигу, хоть в лицо, хоть в... Только а все еще... же лучше в форме медведя, а то там хп может недостаточно быть. А еще они яйца себе лижут. Ты за ними, наверное, честно наблюдаешь? Если ты кому наручи отдал, или они никому не нужны были? Не знал. Какие наручи? Кольчужные. С этого, без гнили. Кому-то на распыл. У меня там что-то забагалось. Какие-то тому, вещи. Кому отдали на распыл, уже распылили? Зачем тебе кольчуга на друида? Ну там спрашивает он паладин. Что он надо было рулить вовремя. Да зачем ему эти наручи? Ладные есть. Угу, с РСХМ. Да, если будут, нет. Принцов ладные такие же самые. Шапышки вперед. Все, шапышки да рядом, пуляй. Лёх, там Вага просит, чтоб ты личку в Дискорде проверил. Я гляну. Все вниз, тащите их вниз.
Мне вот интересно, когда создавали соло, они сразу создавали для того, чтобы бесить танков? Подкидывают, как всегда. Ну вообще тактики без нас могут прыгать. Нет, там именно было откидывание совы. Ну, это не я. Я всегда признаюсь или отшучиваю. Это единственное. Вроде без сов плохо, с ними еще хуже. Не говори так, а то кончишь как гриб. Сова — это важная, неотъемлемая часть контента. У нас даже на заставке нарисовали. Жаль, никто из вас так не выглядит, конечно. В качестве питомца, по-моему, да? Нарисовал? Да. Это за ники. Гена маленький домашний совёнок. Это был смех совы. Три ханта сдали на пол и на кинетиках. Справа совы помогают, слева сзади два роки, шпшки где возле. На хилов не бежим. Чё за чали? На продажу. Будет на двух, на рулет на одну. На пол войдет. Танки по готовности. Гифка чего не хватает? Восстаньте, братья. Геннадий. Все. Окей, все. Не само не умею. Яуча, ты должен бежать на сцену, а не хил. Товарищ деревяшка, ваше место возле тотема. Центр, возбегитесь. Сзади падает уход. Полтора макти. Геру! Далеко на сцене, слева, далеко.
Король умер. Да здравствует король. Вайтель, мне закинешь сумку? Кому? Кирсу? Девки. Кому продаем? Мёрдер. Ну, знаешь. Девка, это смешно? Смешно, да. Я только что подошел. Кто-то там у нас приколист. Ветерок трешки кидать.
Кав, суммон до зона. Мясо в центре. Так, что за перестановки? Приставаги кто? Демона вам закинул. С вами он казал. Который на Литоральской долине. Был же этот фильм. Про Казама, про Джина. Да-да-да, вот а... Классный, да? Казал. Ну, он там рэп читал. Нак. Он на БГ, не суманец. Казам, ты тут? Сейчас, секунду, будет. Ладно, нет, заходи пока. Быстрее будет. Планета уже. Ну все, давайте. Бафтись. Кисло, какая-то мания в последнее время кликухи новичкам давать, да? Это не новичок, он давно был, по-моему, второй раз. Да, он что-то куда-то взял. Кликухин, ты его ник. Все правильно. Человеку 12 часов дезертира повесили. Жесткое наказание? Да. Он просто их настакал. Казанчик, не обижайся на них. Я лучше, что не хватает? Одного простая назвал. Кулака не будет. У нас один пал, значит один вар кричит на ап. Я на хп, вы на ап кричите, типа вар. Так, кто у нас? Ваги нет. Кирс, отсчет. Гифка, отсчет. Вот, два отсчета. Поехали по-любому. Антифир на Биг Баба. Бегом, антифир. Прожались.
Рейндж набрали. Держаться, ёпта! Геро. Багруха. Щит. Не то, не то. Ну, так, снять с костра Полину. Что, упала? Ну, выжгли из нее, видимо, ведьмачество. Можно снимать. Нет, после Гевкиного пояса. Но Багруха сегодня у ДВшников была. Здесь ДВшники были у Багрухи. Отлично, адмирал. Сегодня Гевки пояс упадет. Если нет, то все. Снимайте. Ну, мы же его распылим, да? Не упадет. Не обнадеживай ты так его. А ты сейчас сказал, он поверит. Он тебя с костра не снимет, а лишь его разожжет, потому что ты не предсказал. Блин, ну-ка давай, что с Лича упадет? На самом деле, секрет в том, что я что-то угадываю, это когда шмотка какая-то не нужна, я ее называю, она падает. Вот Гевки не было, эта шмотка, по сути, по факту не нужна была, и она упала. Вот весь секрет. Когда какая-то шмотка нужна, она не падает. Ну, давайте две теренаски старого потроллим. Видимо, Холли Паладину что-то нужно. Да, ему шея нужна. Ой, Карин, прости, на тебя напулю. Бабл, пройденная тема с Никитосом. Там она в тебя может напугать прекрасно. Если я играл бы Хантом, я бы точно напугал. Ну, к счастью, ты не играешь. Дамаро забил на меня, например, очень сильно. Кстати, что-то его давно не видно было. Да, у него сейчас там... Не до игры немного. Почему у варов нет напула, как у рок, например, у фантомов? Может, и Дамара вернется. Казан же вернулся. Что Дамара вернется? Прошу на днях.
слово, даже греча вернулся. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы силы. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом! Почему танкует Талин? Теперь всего Пезн танкует. Сантай танкует. Ну, пока я попытался забрать трэш... Двух мобов решили вдвоем потанчить, а эту херню забили крылатую. А ты не хотел бы ее подвести под босс? Ты хотел под босс? Ну, ты хотел ее отдельно поддерживать? Все еще смешать не буду. Не я. Тут слева справа разберете. Я двух хотел, а ты их тоже потанчил. Я хотел их просто подвести под босс. Я слева, если что. Костя, бегом. Чё по стандарту летает, холи пал. Я с Полиной. Кирка, давай хила. Два шамана, холи пал летает, два эрдро и адмирал на друге. А Кирка уже хил. Полину чё не хватает? Да, холи паладина спрашивал, умеет он летать или нет. То он сейчас нам все стаки запорит. Паладин сказал готов. Все в порядке, паладин. Плюс. Пепал. Плюс. Часовой с центра. Ну да, 6-7 часов. Нормально летал. Все, разница только то, что стаки дамажут. Набираешь не больше скольки? 20? Ну, 20-25. Короче, я больше набирала. Если 20... Ну, если можешь отхилить себя, то можешь берешь... Стоп, заткнись. Берешь первую, берешь последнюю, то есть 22. Так держишь. Потом... Ну, в общем, все готовы, танки пошли. Разгромс. Надо подождать. Паладин сейчас стаки пропустит. Возле наших порталов стоит. Спасибо, паладин. Умно.
разгром. Свечка. Гера, дадим сейчас, да? Угу. Блин, до конца? Великий, бегом подавлен. Бегом подавлен. Чуток не хватило. Писечка. Я излечилась, Изера, даруй мне силу покончить с этими нечестивыми тварями. Зашли бы, еще бы и не отхилили. Больше бы по порталам время потеряли. Мы ж не попрыгунечки. Ну так смотрю, Полин, с малой волной намного, да, быстрее захилил? Угу. Только я тринку поменял на скорость, ВКД упиралась. Надо ее убирать. На будущее. Я что-то думал, поставить чешку или с СПД лишним лучше будет. Решил, что с СПД лучше. Сколько? 1.01 волна. А мне этот кинжал. Ну раз был, аддон рассказал тебе отдать. Если нажимает отказать, все, кто отказались, у кого есть энчант, он еще кидает дополнительно роу. То есть у кого роу больше на распыление, там и отдаю. Из рук. Типа грида, да. Талим. Все, побежали. Ход бегом, лизуном бегом. Где ваши спринты? Корова под спринтами под забавно бегает. Блин, не страшно? Thank you.
Лут групповой. Ему с Меликов Синдра проф не нужен. Да я думаю всем. Нет, может, три не упадет на танка мне. Это кто говорит? Печи. Вон гей, не знаю, этот проф не нужен. Смотрите, сейчас обожжем какую-то мне. Этого нельзя отпустить. Чё, блин, говоришь? Я говорю, если я останусь в рейде, сейчас обожжёнка будет на мне. Этого допустить нельзя. Если тебя не будет, она будет вся на мне, так что нормально. Ну что там, Гена спекнется, поможет. Эгоисты. После трэш сумания. Я не пока помню, что это. Ну, после трэш. Кто такой Ойнузад? ДЦ. ДЦшка. И до хрена ли... А, кстати, сегодня ночью Аликовский Эрдру спрашивал. Так вроде зашибись одет, друг к, блин, как протопалту до рейда. Протектор? Про меня, что ли, имеешь в виду? Нет. К на К. Как протопалту. Кават? Кават, да, друг Кавата. Котенок, короче. Нет. Да, мне тоже писал. Просто что я смотрю, мы чего взяли, то есть... Мы обеспечим ему место в рейде, нет? Он так зашибись одетый. 270 с чем-то, почти по 280. Но. Он просто рыбачил, с удочкой был, поэтому я нормально не посчитал. 277. Нормально, можно взять что-нибудь. Сова, аэродром. Я могу и два рестор друида, одного рестор шамана походить. Ну да, в принципе, Кир. Отлично. Киркир 100 крат, да? Я согласен на все, да? Но мне, по сути дела, без разницы, как ходить, два рестер друида или два рестер шамана. Где-то есть Коли приз, так что вообще пофиг. Где-то плачет Гена, он думал ему замену. На профен на замену пойдет. Ну-ну-ну-ну, котники, блин. Вот, лови. Да. Котики-то вот тут не надо кидать, ребят. Это мы прославились Богоюзом? Чё-то все алики к нам. Ну, точнее, псевдо-Богоюзом. Какой Богоюз? Они просто думают, что мы одни Алары переводим. Хоть как-то. Это не Богоюз, Велик. Я понимаю, что ты... Я... Использование ландшафта местности называется тактическим превосходством. То есть, это так. Нет. Это не Богоюз. Богоюз был бы, если Богоюз. Бы за огонь зашли. Мы не заходили. Мы использовали текстуры, чтобы заявить скиллы босса. Ты понимаешь?
какие скиллы боссов, потому что знаешь, как у Аликов одна из гильдий эвейдила? Они вообще наверх забрались, к шкафам присумонили и там... Вы ошибаетесь, нам дали последнее китайское предупреждение. Это не богатство. Тогда пускай бы все обилки боссов давали. Хорошо, в ситекских залах, ласт босс. Где ты прячешься от обилки босса? Да, но там предусмотрено. Это вы не мне объясняете, это вы им объясняете. А здесь босс тоже рисованный, мы точно не знаем, как тут предусмотрено. Нам же не дали обилки босса, мы тестили, пробовали, какие варианты. Ты не знаешь тактику, то есть в плане, может их эвейдить на самом деле надо, откуда ты знаешь? Ну вот, я про это. Потому что нет очевидных текстур, за которыми можно прятаться. Поставили бы они колонны, да, согласен, надо прятаться. Вон есть текстуры под этим, под первым, последним, как он называется, пьедесталом может, этим. Так что... Это не баг. А я так понимаю, сейчас вообще никто там не сидит, да? Все забили на ХМ? А, гаджет вчера сидел. Вообще без результатов. Ровно до первых перьев. Да они просто сделали неубиваемый. А шмот еще забыли. Вести. Вот их жопой